Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. Спонсор прогноза погоды – дисконт-магазин «Клуб скидок». Погода в выходные дни, завершающая первую половину ноября, не будет сильно отличаться от предыдущих дней. Сохранится пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра покажет 0-2 градуса. Достаточно неприятным по ощущениям ожидается порывистый ветер до 13 метров в секунду юго-западного направления. Атмосферное давление в пределах нормы 716 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе постепенное понижение температуры ночью до минус 4-10 градусов. Днем показания термометра будут колебаться в пределах от минус 5 до плюс 2 градусов. Пасмурно, снег, возможен гололед. Юго-западный, западный ветер 8 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду. Средний показатель атмосферного давления 716 миллиметров ртутного столба. Хотя в течение недели ожидаются скачки давления от 710 до 730 миллиметров ртутного столба. Дисконт-магазин «Клуб скидок» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на Пятом. В Караганде открылся новый дисконт-магазин «Клуб скидок». Стильная, удобная и модная женская одежда, а также обувь и аксессуары со скидкой до 30%. Магазин находится по адресу проспект Бухар-Жирау, 33, телефон 8 747 160 0909.